Зарайской центральной библиотеки каждую среду для жителей старшего поколения проходят мастер-классы различного вида творчества. Рукодельницы с каждым занятием изготавливают что-нибудь новое и оригинальное. В работе с фоамираном изобретают удивительной красоты розы, которые подходят как в качестве броши, так и в качестве эксклюзивного подарка, что особенно актуально в преддверии праздников. В их руках простые материалы превращаются в полезные предметы обихода. Вырезать, наклеить, просушить, задекорировать, снова просушить и лишь потом покрасить. Процесс увлекательный и кропотливый, но результат радует глаз. Необыкновенной красоты салфетница – замечательный подарок и себе, и близким. Все рукодельницы с удовольствием посещают мастер-классы и практически никогда их не пропускают. Используем материалы всевозможные, которые только можно приобрести в наших магазинах и которые можно найти в окружающем мире, а также и дома. Это и фоамиран, это и фетр, это и обыкновенные картонные коробки из-под обуви, из-под какой-то техники. Для того, чтобы превратить это в красивые нужные вещи, необходимо просто немножко усидчивости, немножко трудолюбия и немножко фантазии. На сегодняшний день мы уже сделали много красивых поделок, среди которых много брошей, среди которых много цветов из фоамирана. Также атласные ленты очень понравились нашим рукодельницам. Впереди у нас изделия из шерсти с помощью сухого и влажного валяния. Для жителей старшего поколения это времяпрепровождение, которое отлично влияет на самочувствие и самооценку, позволяет наполнить жизнь красками, заниматься приятным делом и жить полноценной и интересной жизнью. Творческая мастерская «Про творчество» ждет своих посетителей по средам в 18 часов. Занятия здесь совершенно бесплатные. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.